Белка – один из самых распространенных обитателей планеты Земля. Этот зверек водится практически на всех континентах, кроме Австралии. Хотя белки достаточно известный вид, но, как и прежде, они остаются объектом исследований и научных работ многих ученых. Как вы уже догадались, сегодня поговорим о белках. Поехали! Самое активное время суток у белок – утро и вечер. Чтобы пережить зиму, одной белке необходимо около 3000 орехов. Бельчата появляются на свет уже с хорошо развитыми когтями, но абсолютно слепыми. Линька у белки обыкновенно происходит дважды в год, но шерсть на хвосте меняется только один раз в год. Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки. Зверьки ведут одиночный образ жизни, но зимой белки, чтобы пережить холода, иногда собираются в дуплах или гнездах от 3 до 6 особей. Каждую осень белки делают запасы на зиму, пряча по разным укромным местам орехи, шишки, грибы и разные корни. Вибриссы у белок есть не только на ушах, но и на передних лапках. В дикой природе долгожителями считаются белки, дожившие до 4-летнего возраста, хотя в неволе они могут прожить и до 10-12 лет. Многие не знают, что белок нельзя кормить арахисом. Белки, содержащиеся в нем, совсем не усваиваются в организме зверька. Зубы у белки, как у любого другого грызуна, растут на протяжении всей жизни. Белки очень плодовиты. За год одна белка может произвести на свет 3 выводка с 2-11 малышами. Самое развитое чувство у зверька – это слух. Белка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30 метров. Помогает ей в этом хвост, который она использует в таких случаях, как парашют. Белка-летяга с помощью летальной перепонки может изменить направление своего полета на 90 градусов. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите 2 предыдущих выпуска.